Рапсяне, поговорим о заводах, которые вы не создавали. А то мы великие. Вот Красный Октябрь, Волгоград, ну то есть Сталинград. Помните Сталинград, да, битва под Сталинградом? Короче, Красный Октябрь, металлургический завод. Вы его знаете, да? Основан, опачки. Даже не Ленин его создал, прикиньте. Даже не Ленин, даже не Советский Союз. Получается, его создали Романовы. Представляете? И этим заводом вы сейчас убиваете людей. История создания. Вот, заложен 30 апреля 1897 года французским акционерным Уральского Волжским. Вот какая-то Мартеновская печь. Вот так она выглядела. Мартеновская печь. Французский инженер Пьер Эмиль Мартен. Плавительная печь чугуна черных металлов. А вот другой завод, тоже в Сталинграде или там Царицыне. 17 июля 1913 года Николай II утвердил решение о строительстве частного завода крупнокалиберной морской береговой артиллерии в Царицыне. Ну, Царицын, то есть это Волгоград, да? Царицынский орудийный завод был заложен 27 июня 2014 года и строился по концессионному соглашению британской компании Vickers Limited. Как вам такое, а? Ну, опять все там, конечно, развалилось, как что и следовало ожидать, да? Так, это история создания ствол с противооткатным устройством 280 мм мортиры Шнейдера. Советская артиллерия большой мощности унаследовала от русской императорской армии два мощных арт-систем. Вот, Шнейдер. Интересно, кто такой Шнейдер, да? Шнейдер Электрик. Французская. Энергомашиностроительная корпорация, бла-бла-бла. Опять везде Франция. Понимаете, какая фигня происходит? Тут про Шнейдера. В 2013 году военное ведомство заключило с фирмой Шнейдера контракт на изготовление 16 мортир. Шнейдер. Французская армия. Так, гаубица. 1939 года. Советская гаубица мощность, особой мощностью. Конструкционная документация, в которой была передана Германии, то есть Германия, которую, вы говорите, нам была не братом. Вот, пожалуйста, был братом Советскому Союзу, она передала в 1939 году. Это была чехословацкая конструкция. Вот. Конструкция чехословацкая. И передана она нам была Германии. После того, как подписал Молотов-Риббентроп пакт о ненападении, Германия передала нам чехословацкую гаубицу. Дальше. 210 мм пушка образца 1939 года БР-17. Так. История создания. Проблема с орудием. Проблема. История создания. Сразу проблема. Проблемы с орудием большой и особой мощности. Отечественно. Видите, когда слово «отечественно», сразу видно проблемы. В одном и том же предложении. Вынудили руководство страны обратиться к испытанному пути. То есть постоянно по какому пути идут русские? Использованию зарубежного опыта. Вот и все. Поскольку чехословацкая фирма «Шкода» имела богатейший опыт по созданию артиллерии данного класса со времен Первой мировой войны, бла-бла, дружеские отношения, бла-бла. Все опять с запада. Производство осуществлял завод в Сталинграде. Дальше. История создания. Один из прообразов танка Т-28. Британский средний танк Виккерс 16 тонны 1934 года. Пожалуйста, получается, мы не создали. Мы поехали, посмотрели, спиздили, что могли. Вот. История Т-28 началась в 1930 году с визита в Великобританию Советской закупочной комиссии. То есть мы ездили закупать Великобританию.
во главе с Гинзбургом, чью задачу входило приобретение наиболее современных образцов бронетехники и отправка их в СССР для изучения, используя... Ну, все то же самое, понимаете? Все то же самое. Все танки, все спищенные. И все началось в 1930 году.